Всем большой привет, меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео будет посвящено вот такой вот палетке хайлайтеров от Huda Beauty. Она вышла в двух версиях, для блондинок и для брюнеток. Одна называется Pink Sands, другая называется Golden Sands. У меня это, розовые и золотые пески. У меня это розовые пески, отличия там не прям супер большие. В общем, это палетка хайлайтеров, здесь очень прикольная упаковка, выглядит она, то есть она шла вот в таком вот пластике, и посмотрите, здесь хайлайтеры на худи переливаются, и переливаются также у нее губы, видно, да, вот так, наверное, и тени, то есть нам это показывает, какого мерцания мы можем добиться. Сейчас у меня это все нанесено уже на лице, давайте мы с вами сначала посмотрим свотчи и нанесения, а потом поговорим про цену за грамм, сравним с другими различными хайлайтерами, ну и, в общем-то, давайте переходить к нанесению. Это первый оттенок из палетки Huda Beauty. Это второй оттенок из палетки Huda Beauty. Это хайлайтер Joie в оттенке Citrine. Бэк в оттенке Moonstone. Хайлайтер от Kylie. Бэк в оттенке Prosecco Pop. Бэк в оттенке Champagne Pop. Мак в оттенке Soft and Gentle. Хайлайтеры Huda Beauty одни из самых пигментированных. И вот эти вот от Бэка тоже достаточно пигментированы, имеют много цвета в себе. Остальные же, несмотря на такой золотистый подтон, все равно больше дают мерцание, нежели чем вот именно цвета. Первые два хайлайтера от Huda Beauty. Далее Joie в оттенке Citrine. Далее Бэка в оттенке Moonstone. Хайлайтер от Kylie в оттенке Candy Cotton Cream. Дальше Бэка в оттенке Prosecco Pop. Дальше Champagne Pop и MAC Soft and Gentle. Здесь написано, здесь есть все инструкции, что куда наносить. Первым нужно нанести оттенок Capri в качестве базы. То есть это не просто хайлайтер, но тут еще есть кремовый хайлайтер. Господи, какой он странный на ощупь. Но по цвету вроде красивый. Но вся упаковка уже сразу просто в нем. Ну, давайте следовать инструкциям и будем наносить сначала крем. Извините, пожалуйста, у меня есть красное пятнышко. Я просто только что смывала грим. И, в общем, кстати, кремовый хайлайтер вроде выглядит достаточно симпатично. То есть, получается, Huda нам предлагает следующее. Она нам предлагает нанести кремовый хайлайтер в качестве базы. То есть, все остальные хайлайтеры сухие. Они будут намного ярче. Так, кремовый хайлайтер, сразу вижу, чуть-чуть подснимает тон и пудру. То есть, возможно, стоит это все было наносить просто на тональный крем, а не на припудренное лицо. Ну, куда еще? Давайте сюда нанесем. Ну, кстати, вполне возможно вот эту вещь использовать в качестве кремовых теней, например. Ну вот давайте, например, под бровь я не буду наносить кремовый хайлайтер, и мы туда нанесем просто сухой только. Ну, симпатично, да, достаточно симпатично. Но я уже устала. За это время я бы уже, не знаю, 150 раз нанесла бы хайлайтер другой. Так, дальше. Нам нужно оттенок Santorini нанести. А, то есть она предлагает аж вот сюда вот наносить вот этот кремовый хайлайтер. Ну, о. Дальше мы оттенок Santorini наносим. Это вот белый оттенок практически. Вот этот. И наносим на скулы. Такое лицо, по-моему, понятно, да, что я очень скептически настроена к этой палетке. Учитывая, что у меня здесь красное пятно, давайте попробуем с другой стороны посмотрим. Ну да, ярко оно достаточно начинает мерцать. Вот здесь вроде и металлика, вроде как будто, не знаю, просто белый цвет. Дальше странная вещь начинается. Предлагается более золотой оттенок, вот этот, наносить под скулу. Господи, это странно. Мне кажется, надо просто, знаете, расслабиться и использовать два хайлайтера. Белый и золотой отдельно. Ну, под скулу, конечно, нет, но давайте вот я чуть ниже его нанесу. То есть, они хотят, чтобы мы сделали, ну, не знаю, какой-то, видимо, градиент. Ой, какой он желтенький прям. Ну, то есть, видите, у меня белая сейчас полосочка и
желтенькая. Давайте нанесу золотой оттенок. Попробую под бровь без кремовой подложки. Прям золотище. А белый оттенок, который называется Санторини, я нанесу во внутренний уголок. Я все еще продолжаю быть скептически настроена. Давайте нанесем румяна в оттенке Ибица на яблочки. Ну, ё-моё, вообще вся переливаться я буду теперь. Просто вся. Какой-то, знаете, просто челлендж, макияж только хайлайтерами получается. Ну и сейчас на губы нанесу какую-нибудь тоже помаду от Huda Beauty. Итак, вот они все четыре оттенка. Первый это кремовый хайлайтер, который называется Capri. Второй такой более белый, более светлый оттенок называется Santorini. Следующий называется Azores. Такой более золотой. И румяна называются Ibiza. Нанесла я, в общем-то, все эти прекрасные средства из этой палетки. Сразу же, что могу отметить, что средство несколько пылит, потому что у меня вот эта вот штучка вся в пыли. Цена вот этой палетки составляет 40 фунтов. Это примерно, ну, чуть меньше 3000 рублей. Ну, около 3000 рублей. Здесь у нас получается 31,5 грамм средства. Это примерно 1 доллар за грамм. В общем-то, цена достаточно хорошая, потому что если мы возьмем, к примеру, Бекку, то здесь получается 7,95 средства. Ну, у меня здесь это с румянами. Вот, 8 грамм. Чисто хайлайтер Бекка, его 8 грамм. И его цена 8 долларов. Соответственно, Бекка стоит почти в 5 раз дороже, потому что в Бекке, получается, грамм стоит 4 доллара 75 центов. А MAC примерно также, наверное, стоит. Здесь 10 грамм, чуть-чуть подешевле. Бекка один из самых дорогих хайлайтеров. А Hourglass тоже стоит около 4,5, где-то 5 долларов примерно за грамм. То есть Huda Beauty в 5 раз дешевле Бекки. И вы получаете, ну, в общем-то, 40 фунтов, это где-то 33 доллара. Давайте я, кстати, посмотрю, сколько эта палетка стоит в Америке. Очень странно, потому что она стоит на официальном сайте Huda Beauty 57 долларов. Это где-то 3500 рублей. А, ну, наверное, на Cult Beauty. На Cult Beauty это очень классный сайт, кстати говоря. Там вы, когда вводите вашу страну, он еще английский налог вычитывает. Возможно, поэтому получается дешевле. А, то есть, ну, около 3000 рублей на Cult Beauty, он стоит 57 долларов цена. Ну, тогда, если мы 57 долларов разделим на 31,5, тогда получается 1,8 доллара стоит здесь грамм. Ну, это все равно в 2,5 раза дешевле, чем Бекка. Тоже я могу сказать по собственным впечатлениям. Вы знаете, вот я смотрю издалека, да, смотрю на экран, и вроде, ну, симпатично все мерцает. Такое а-ля инстаграмное мерцание, но я не скажу, что я прям фанат вот этого. И, например, примерно такой же похожий эффект дает мой любимый, один из любимых хайлайтеров от Jouer. У него даже вот сама по себе структура похожа. Но я не знаю, здесь вот, знаете, вот, я поняла, в чем моя основная претензия к этому хайлайтеру. То, что он очень подчеркивает текстуру, при том, что у меня кожа не текстурированная. Но там, где я вот нанесла румяна, оно вроде вот... И вы знаете, вот так вот я смотрю, вроде все симпатично. И смотрите, я отворачиваюсь, и вот здесь вот прям красное пятно. Вы видите это? То есть, или вот этой вот щекой я сижу, все вроде нормально, я начинаю поворачивать, оп, видите, в темное пятно оно превращается. То есть оно, когда свет падает на него, оно все нормально, стоит отвернуться, и там, ну, реально пятно. То есть, такого плана хайлайтер, это вот красиво, наверное, только для фото, притом, потому что на видео я двигаюсь, и то пятно где-то, то еще что-то, то вообще кажется, что лицо как блинчик. А на фотографии вот поймали, как красиво свет, да, бьет, и вы вот зафиксировались в таком положении, сфоткались, и все, и привет. Текстуру, конечно, да, я поэтому не люблю румяна, которые шиммерные, потому что они очень сильно подчеркивают текстуру, при том, что даже там, где ее нет, я представляю, какой был бы кошмар, если бы у меня было сильно тут текстурировано, были бы какие-то расширенные поры. Поэтому румяна лично вот для собственного использования, ну, они прям вообще слишком блестящие, это для меня точно пас. Очень симпатичный и приятный кремовый хайлайтер внезапно, потому что когда я получила палетку, я даже не знала, что он кремовый, и он очень такой вот выдержанный. Я бы даже, наверное, не знаю, сверху него наносила бы какой-то хайлайтер, у которого более заполировывающий эффект,
То есть есть хайлайтеры, которые вот типа такого, да, бьют по глазам, прям такие тыдыщ. Есть хайлайтеры, которые, ну, засветят отражающими частичками, такими более крупными, типа блесток, понятно, тут уже кому что больше нравится. Но я в последнее время прям тащусь от хайлайтеров, которые делают такую заполированную кожу, то есть вы не видите вообще светоотражающих частичек. Я честно говорю, я не знаю, как это, хорошо ли это смотрится на камере, на мониторе, мне нравится, но... В жизни, ну, может быть, если слабее наносить, потому что вот под брови, куда я наносила, не на кремовый хайлайтер, все как-то посимпатичней. Что касается цветов. Здесь подборка, ну, я не знаю, для каких блондинок они это делают, потому что вот этот очень желтый, он мне напоминает Becca Prosecco Pop. Давайте, кстати, посмотрим их сводчи рядом. Prosecco Pop я практически сама не крашусь никогда, это оттенок эксклюзивный, разработка Джаклин Хилл, это американский ютубер вместе с компанией Becca. Видите, он тоже прям желтый, то есть он... Не золото, а прям вот желтизна какая-то. И вот этот оттенок. Так, вот Becca и... Ну, видите, они оба прям в желтинку переливаются. При том, что я повторюсь, я как бы не возражаю против золотых хайлайтеров. Вот, давайте посмотрим их, кстати, рядом. Ну, вот Prosecco Pop кажется таким более желтым, но... По факту они реально очень похожи, худо даже более пигментированный. Я не люблю, когда хайлайтер пигментированный, то есть когда он дает много цвета. И именно поэтому все свои хайлайтеры от Jeffree Star продала, потому что они дают очень-очень много цвета. То есть если вы берете розовый хайлайтер, он дает не полупрозрачный оттенок с мерцанием, а он дает прям бам, как будто тенями вы накрасили глаза. Вот, кстати, да, это очень похоже на тени. Так, и сейчас один из моих любимых хайлайтеров Joie. Он тоже, в общем-то, в этом золотом семействе, он тоже желтовато-золотой, но он при этом дает очень красивый эффект на коже, хотя на сводчи они так похожи, но нет, в нем меньше желтинки и чуть больше вот такого мягкого мерцания. То есть здесь у меня Becca, тут Huda Beauty и вот здесь Joie. Поэтому именно по хайлайтерам я не фанат. Вот светлый оттенок, вы знаете, он просто вот... Ну, как-то ложится сверху и подчеркивает текстуру. Я не очень люблю такие хайлайтеры. Я вообще изначально скептически была настроена по поводу этой палетки. Это опять из серии, наверное, видео, что мои подписчики заставили меня купить. И в качестве теней вот это может сойти. Особенно прикольный концепт, то, что крем сначала можно нанести как кремовые тени, потом, например, этот, любой, в общем-то, оттенок. Мне даже этот хайлайтер не супер нравится вот во внутреннем уголке глаз, при том, что, ну, вот в жизни я прям вот... Вижу границу, где один хайлайтер закончился и где другой начался. Тем более у меня сейчас освещение здесь чуть ли не 360 градусов вокруг меня. Стоят фонари, это всюду светит, это всюду это подсвечивает. Но стоит мне, не знаю, выйти, наверное, в электрический свет, как это все начнет выглядеть по-другому. Нравится ли мне то, что я сейчас вижу на мониторе? Ну, вполне себе, да, неплохо. Очень инстаграмный эффект будет, я думаю, неплохо сфоткаться, потому что у меня еще тени тут Том Фордовские такие яркие. Хочется ли мне еще раз накраситься этой палеткой? Вряд ли. Прям вот, ну, реально, очень даже вряд ли. У меня здесь еще лежат хайлайтеры, которые, ну, мне нравятся побольше. Я буду делать обязательно видео про свои любимые хайлайтеры. Но вот... Из того, что мне нравится сейчас, без какого-то ранжирования, мне нравится MAC в оттенке Soft and Gentle. Мне нравится Becca в оттенке Moonstone. Мне нравится, наверное, из всего этого больше всего вот этот вот Joie в оттенке Citrin. И он самый яркий из того, что я показываю. Мне безумно нравится Hourglass вот из этой палетки, такой более золотой. То есть, видите, мне нравятся, в общем-то, золотые хайлайтеры для себя, но при этом вот эта золотишка мне особо не идет. Кстати, из последних приобретений внезапно мне безумно нравится белорусский бренд Smart Girl. Представляете, цена этого хайлайтера около 160 рублей, но он вообще потрясающий и дает вот именно такой заполированный эффект, очень красивый, намного, намного больше он мне нравится, чем то, что вот я вижу сейчас. Потому что все эти хайлайтеры, их можно нанести прям очень обильно, что аж будет из космоса видно ваш хайлайтер, но текстура при этом подчеркнута не будет, потому что там очень мелкий помол, и вы как бы заполировываете это все, и даже если есть какая-то текстура, то наоборот это все сглаживается. И вот, ну, я не знаю, вот я сейчас сижу, смотрю вот в этом ракурсе, ну да, красиво, даже вот в таком вот ракурсе, красиво, да, начинаю двигаться, ну что...
Что это? Ну, не знаю. Ну, и, кстати, я вам не рассказала, кто такая Huda Beauty. Наверняка большинство тех, кто смотрит YouTube, знают, что она такой бьюти-гуру, которая жила одно время в Америке. Сейчас она живет в Арабских Эмиратах, конкретно в Дубае. И она производит свою линию косметики. У нее есть ресницы, с которых она начала. Матовая помада, карандаши для губ. Есть палетка теней небезызвестная, которая у меня попала в разочарование весны 2017. При этом я продолжаю ей пользоваться, но без каких-либо там восторгов. Поэтому вот не ожидайте прям слишком многого, потому что, конечно же, Huda Beauty, она является одним из центральных бьюти-гуру американского YouTube, и, естественно, к ней прислушиваются, и, естественно, ее продукты будут поддерживать, и никто про них плохо говорить не будет, потому что, знаете ли, это себе дороже называется. Поэтому воспринимайте их без восторга, потому что у Huda, мне кажется, цена подзавышена, потому что, насколько я помню, эта цена примерно у Glow Kit'ов, у Анастасии Беверли Хиллз. И вообще, вот, конечно, концепт здесь, что вот, и кремовые хайлайтеры, все на свете, это все, конечно, здорово, но если учесть, что они предлагают сначала нанести белый хайлайтер, а затем зачем-то под скулы нанести, вы прям так и написано, типа скалпт, и нанесите под чикбон, под косточку вот этот вот хайлайтер золотой, это же капец будет какой-то. В общем-то, вот эта вот тема мне близка, что у вас в одной палетке есть практически все. Ну, хотя здесь есть только хайлайт, да, то есть мне нравится концепт, я ищу такую классную палетку, которую можно взять с собой, типа вот этой вот Hourglass, что у меня здесь румяна, у меня здесь бронзер, который на мне выглядит как румяна, у меня есть хайлайтер, у меня здесь пудра, и мне это очень-очень удобно. Или вот этот вот товарищ от Tom Ford, по которому тоже скоро будет отдельный обзор. Здесь есть хайлайтер, румяна и бронзер. То есть вот это, в принципе, вообще все, что вам нужно с собой. Еще бы пудра была, вообще прекрасно было бы. Но вот этот концепт, ну, я не знаю, то есть лежать-то, ну, пусть, конечно, лежит на там съемочном столике, окей, но потянется ли рука к этому, я очень и очень сильно сомневаюсь. Потому что вот взять это куда-то с собой... Нафига козе баян называется, потому что, ну, нет, ну, это вот слишком много шагов. Но, опять же, я понимаю, для какой аудитории это выпущено. У нас этой аудитории, к большому сожалению, пока не супер много. Я говорю о тех, кто делает какой-то визуальный контент в Инстаграм или на Ютуб, которые, ну, девочки вот красятся, делают какие-то туториалы, там, выкладывают их в Инста. И, в общем-то, это, ну, практически их работа для вот этих целей, да, это будет хорошо, тем более, опять же, очень классно покупать и использовать средства от Huda Beauty с целью того, чтобы она вас в Инстаграм репостнула, потому что у нее занимаются менеджерами тем, что ищут все эти посты, где она отмечена, где используют свои продукты, и самые красивые видео и фотографии она делает у себя репост, у нее, по-моему... больше миллиона подписчиков в Инстаграм, поэтому, конечно же, отметиться и быть отмеченным на такой странице, это здорово, потому что это, ну, будет означать большое количество новой аудитории, которая придет посмотреть ваш аккаунт и, возможно, подпишется на вас, а это сейчас при работе с соцсетями, это очень-очень важно, поэтому продукты Huda можно и с этой точки зрения воспринимать, и купить, не знаю, одну помаду и фигачить туториал, как бы все это красиво красить на свои губы. Поэтому, конечно же, продукт этот неоднозначный. Я бы, наверное, если бы посвочила и не была бы блогером, и не нужно было мне делать какой-то обзор, я бы не купила эту палетку. Нет. Я бы вот воспользовалась тем, что у меня есть, и если мне хочется вот такое яркое мерцание, то, пожалуйста, я беру хайлайтер от Joya, который один в маленькой, прекрасной, красивой коробочке, а не бумажной, с зеркалом, пожалуйста, я могу его нафигачить, сбрызнуть все это фикс плюсом, он еще ярче замерцает, и будет совершенно прекрасный эффект. Давайте попробуем фикс плюсы на это брызнуть, посмотрим, замерцает ли это сильно ярче. Сейчас я вообще должна, наверное, превратиться просто в цвет, как мой фон сейчас. Он яркий и не очень красивый при этом, ну вот честно. Не знаю, но я думаю, вы на макро, когда вот приближено было, когда было близкое нанесение, вы все видели. Конечно, сейчас я вот смотрю на камере, и, в общем-то, достаточно симпатично мерцает, что-то там блестит, но я предпочитаю все-таки эффект заполированной кожи, а вот это, ну не знаю, румяна вообще нет.
Короче, как я уже сказала, я бы сама, если бы не была блогером, не делала бы вот такой вот визуальный контент типа на YouTube и типа Instagram, я бы не купила эту палетку, поэтому, конечно же, решение принимаете вы сами. Обязательно я оставлю ссылку, где можно ее купить. На сайте Cult Beauty есть доставка в Россию, она бесплатная от 50 фунтов. Не бойтесь, пожалуйста, там заказывать, все приходит от 3 недель до 10 дней. Последние 2 посылки мне приходили за 10 дней, их приносил курьер, поэтому, ну, классный сайт. Сайт действительно позволяет экономить, и там все в 2 раза дешевле, чем продается у нас. Ну, я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересным. Не забывайте, пожалуйста, отметить его лайком, если оно вам понравилось. Мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!